12-летнего Валерия Черепова, обнаруженного на козырьке гостиницы «Сарарка» в Павлодаре, могли довести до самоубийства. Об этом заявили сегодня в Департаменте внутренних дел Павлодарской области. Юный спортсмен приехал в Павлодар из Щучинска на летний чемпионат Казахстана по лыжероллерным гонкам среди юношей. В пятницу ночью ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Полицейские установили, что мальчик выпал с одного из балконов гостиницы. У него обнаружены множественные травмы. Сейчас ребенок находится в реанимации. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». По некоторым данным, до падения мальчик получил СМС-сообщение, которое и могло послужить причиной инцидента. В детскую областную больницу города Павлодара был госпитализирован мальчик 12 лет с города Щучинска. Проводится досудебное расследование по статье 105, часть 1 «Доведение до самоубийства». Назначены экспертизы. Родители Валерия уже приехали в Павлодар. Сейчас они находятся в больнице и встретились с лечащими врачами. Как сообщили медики, у ребенка обнаружены переломы верхних и нижних конечностей. Обстоятельства случившегося еще выясняются. Полицейские уже опросили тренеров и сотрудников гостиницы. Узнать, как все произошло у самого мальчика, пока не представляется возможным из-за его тяжелого состояния.